Всем привет! Сегодня открываю вот такую игрушку-подушку. Та-дам! Ну что, мама, на, открывай. И открываем. Всем привет, ребята! Вот такая кисонька у нас сегодня, подушка-игрушка. Да, она плюшевая. Мы ее будем, ее надо доделывать. Да. Ее не просто мы распаковываем. А что мы будем делать, Даша? Мы стирать ее. Мою плюшечку. Ты рассказывай, как? Плюшечка, ты ее плюшечка назовешь? Да. А я только хотела спросить, как ее зовут? Ее зовут Нико. Нико. Ой, давай. Смотри, что там сразу. Цветочки. Цветочки. И открываем нашу. Да. Парам, привет, у нее на ухе что-то приклеилось. А что? Отдай. Держи. Ой, какая милая киска. Привет, ребята. Ай, какая, да? Хвостик такой. Да. Леопардовая. Да, леопардовая. И, так, подожди, самое же еще тут такое важное. О, из коробки вот выпадает. Вот такая штучка. Вот. Монета получается. Так, мы открываем. Это называется перо. Перо? Да. Пластиковое перо. Вот. И нам нужно этим пером вот эти вот кусочки ткани, которые здесь есть, вставить в маленькие такие прорези, которые есть на кисюле. Дай мне перо, я покажу. Класс. Вот. Вот и здесь есть такие маленькие прорези, дырочки, туда раз его, и они будут здесь такие пушистики, она будет пушистенькая. Вот. Внимание, внимание, начинается цветочный дождь. Что мне делать? Смотри, я думаю, нужно начать сверху вниз, так, мне кажется, будет удобнее. И вот смотри, здесь вот это беленькие, да, для белых. Вот сюда розовые, желтые, голубые. Давай. Вот голубые у нас такие еще, они не просто голубые, они еще вот такие вот блестяшечками такими. Так, начну-ка я. Посмотрите. Ой. Белых. Ты решила сначала отсортировать все, да, чтобы удобнее было работать. Да. Правильно я понимаю? Да. Ну, ты молодец, сейчас. Ты молодец. У меня здесь розовый с белым склеивается. Так. А пока Даша немножечко занялась тут делом, я покажу вам, какие еще бывают такие игрушки. У нас вот такая киса Нико. Есть еще сова. Сова, ее зовут Белла. Есть Лола, это, наверное, обезьянка. И лисичка Зупи. Зупи? Да. И есть бабочка и сердечко, просто подушечки, не зверюшки. Вот. И вот здесь показано, как это делать. Вот этим пером вот туда вставляешь и по центру надавливаешь. И она вот такая получается, такой цветочек. Здесь вот такая подружка появится у нашего батона. Да? Да. Батон, кстати. Может быть, ее все-таки назовем плюшка? Будет батон и плюшка. Да. Да? Давай. Она же подушка-плюшка. У нее даже название плащис. Ну или плюш. 150 кусочков ткани. 150? Да. Представляешь, какая нам работа предстоит? Ну все, я все отсортировала. Молодец. Все разделила, все цепь. И мы готовы приступать. Да. Мяу-мяу, давайте быстрее приступайте. Да, она уже хочет быть красивой, да? Да. Да. И как это все делать? Смотри. Вот этот цветочек, я его изнаночной стороной положила на кису. Прочно там, вы знаете, так оно держится. Теперь вот этот я отодвигаю. Приближаюсь к следующему вот этому месту, где надо вставить цветок. И в серединку просто нажимаю. Посмотрите, как классно получается. Супер. И теперь Дашенька продолжит сама. Ну, конечно, класс. Давай покажем. Давай я желтый еще буду. Вот такой цветочек.
Ой, мне кажется, она даже шире стала улыбаться сразу. Давай. Вот. Сейчас оранжевый буду делать. О, голубой сразу получился. Ну да, буду делать невредные. А розовые вредные? Ну да, наверное. Вы вредный, вы вредный, вы вредный. Нет, он же не прицеплялся. А, желтый вредина. Да, и мне так кажется, что здесь, конечно, с запасом этих цветочков. Вот, так что мы потом остатки сложим в пакетик. Мало ли, что случится, да, где наша киска будет путешествовать, где она будет играть. Вдруг что-то потеряется у нее. Работа идет. Кисюля наша преображается. Вот какая она уже. Да, вот такая вот. Вот, привет, привет. Я парикмахерская. Это точно, слушай, у нас сегодня зоосалон. Мы в парикмахерской. Только сегодня у нас не груминг, а наоборот. Груминг – это когда стригут шерсть, а у нас наоборот. Мы наращиваем шерсть. Новая услуга, новое течение. Ну не рядом получилось. Молодец. Такого еще мастера не слышали и не видели. Я думаю, что все-таки я буду все сама делать. Ну, хорошо, отлично. Потому что это раз интересно делать, два тоже интересно. Раз интересно, два интересно. Так, сейчас посерединке сделаю. Посерединке делать это очень сложно. А мне уже одна полоса получилась. Нет, две. Кажется, на розовом будет сложненько. А там между ними еще розовый? Да? Посмотри. Ох, да! Смотрите, как тут будет. Мам, да. Сложноватенько, да. Ну, я все равно это должна сделать. Ну, конечно. А то что она будет у нас? Поэтому, вот видишь, я говорила, надо начинать рядами сверху вниз. Было бы легче, мне кажется. Не так легко. Да, ну и хорошо, ладно. Давай я тебе буду подавать. А то я сижу без дела, а я буду полезной. Я хочу быть полезной. Вот так, сюда? Да, да. Ты лицо? Да. Вот, я буду отделять, потому что некоторые цветочки, они, видите, по два склеены. Потому что это я вот. Там не расклеила. Да, я тебе буду подавать. Это ты говори знаю. Только, какой цвет. Следующий какой? Голубой. Голубой. Даю голубой. Ты мастер, я подмастерье. Кто такой подмастер? Помощник мастера. Вот я показываю ближе, как Даша тут все делает. Смотрите, здесь такая... еще надо. Да, сделать. Давай, ну-ка покажи еще пару, я сниму. Как ты как все тут? Может быть. Ой, я думала, это у тебя цветочек приклеился, это колечко. Так. Ну давай другой. Голубых я не вижу. Голубые ты уже все закончила, дочурка. Посмотри, как хорошо тут. Тут все на месте. Ну, тут все на месте. Вот эти будут запасные. А вот это такая пластиковая. Вот слышите, как стучит? Такая ту-ту-ту. А смотрите, как надо внимательно. Там прячутся эти с места, да. Вот так. Надо разделять, разъединять. И туда раз. Втыкнуло все. И на месте. Но здесь еще у нас один в зарослях. В зарослях один остался. Помнишь, как у нас на мой день рождения были заросли из шаров только? Да, заросли из шаров у нас были. О, давай я тебе буду вот так придерживать, да? Смотри, вдвоем надо работать. Это командная игра. Мама, я как будто ей укол делаю. Вот это вот иголочка, это лекарство. Опа. То есть у нас и салон красоты, и больница. И больница. Мы делаем инъекции красоты, да, уколы, цветочные уколы, это инъекции красоты. А ты помнишь, как там сказали в той передаче «Здорово жить»? Что? Уколы красоты не для лица. Да? Да. О, видишь, ты смотрела, Даша, ты скажи, ты какую передачу ты любишь? «Здорово жить». «Здорово жить», да, почему? Потому что ты кем хочешь стать? Врачом. Врачом, и вот... Как говорится, тренируемся на кошках. Ну, я буду детским врачом, конечно, а не кошечным.
Давай, я тебя буду ее за ушки придерживать, тебя смотрю, так не очень удобно. Давай. Ну, вообще-то мне удобно. Ну, в общем, здорово. Очень классная игрушка, мы всем рекомендуем. Да. А вот я нашла еще розовых. Ро! О, даже знаешь сколько? Целых 4 укола тут надо. О, смотри. Да. Как 4? 4, смотри, вот 4. Видишь? Укола? Да, 4 укола. А я не буду делать укол. Сделайте мне, пожалуйста, 4 укола. Вот. А то у меня тут мимические морщинки на лбу. Давай. Нет, скажи, что она заболела. Ну, а чего она заболела? Она не заболела. Например, 6 валится. 6 валится? Как у... И лапа отваливается. А кто это писал в письме в Простоквашино? Шарик или Матроскин? То лапы ломит, шерсть... Как-то... Что-то там про шерсть было. Ой, надо пересмотреть. Давай скорее. Давай. Заканчивать и пересмотрим эту серию. Все, мы закончили последний укол красоты. Все, да, это был последний наш. Ты видишь, она как обрадовалась. Вот такая у нас получилась киса. Она очень пушистая. Я могу сказать, что очень крепко держатся эти. Вот я так даже делаю. Ничего никуда не вылезает. Да. Осталось нам только ей хвост отрезать. Даша, хвосты купируют только собачкам, а кошечкам не купируют хвост. Ну вот, второй! Второй хвост. У нашей киски два хвоста, даже не два, Даша, а три. Тут смотри. Как? Да, ну эту бирочку мы отрежем, и наша киска будет готова. Ну что, Дашуля, мы нашу киску закончили. Да. Командная у нас была сегодня работа. Да. Что будем делать дальше? Прощаться. Ну что, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Даша Плюс. Пока-пока. Всем пока, ребята, пока. Мурвис, пока. Мурвис, пока. И спят. И храп.